федеральный округ. Тепкаев на Северокавказском федеральном округе был третьим. А Манасян непосредственно сам борец из Ижевска. И болельщики все сейчас болеют за него. Я думаю, он покажет борьбу для своих болельщиков. Пока оценок нету, пока равная борьба. Борьба на захватах. Сейчас арбитр остановил встречу. Видно, последует наказание. Да, за блокировку захвата Манасян получает предупреждение Шида. Вот заходит. Ой, как хорошо зашел. Но не довел до конца. Тепкаев не довел. Хотя было хорошо продумано. Время прошло 2 минуты 35 секунд. Я думаю, еще время есть. Мы еще увидим хорошие броски. Попытка провести бросок с колен не увенчалась успехом. Ой, какой подхват! Ой, какой подхват! Судья на татами оценила этот бросок Ипон. Ну, посмотрим, что скажут боковые судьи. Я думаю, там Ипона не было. Ну, минимум, я думаю, в Азаре. Сейчас судьи и члены комиссии посмотрят внимательно повтор этого броска и придут к одному мнению. А бросок был очень хорошо подготовлен. Вот сейчас идет заседание просмотровой комиссии вместе с боковыми судьями. Возникла небольшая пауза. Вот подходит член судейской комиссии России Левицкий Алексей Григорьевич. Я думаю, сейчас они посмотрят просмотр и придут к одному мнению. Ну, амплитуда броска была очень мощная, я думаю. Пауза затягивается. Сегодня у нас третий день соревнований в Ижевске среди юниоров и юниорок до 20 одного года. Я на секундочку прерываюсь.
Да, вот сейчас я вернулся опять к трансляции. И вот судья, арбитр выходит на татами. Я думаю, комиссия сейчас решила, какую дать оценку судья, нам покажет. Да, согласились члены судейской комиссии с мнением центрального арбитра ИПОН. И